Доброго времени суток! Рад вас приветствовать на канале Funny Mushroom School. Небольшой обзор новостей. Что у нас появилось нового? А нового — это у нас появился ресурс, наш интернет-магазин. По адресу funnymushroom.org. Вот такой вот у него адрес. Значит, так получилось, что как доменное такое имя мы выбрали не ком, не нет, а выбрали орг. То есть я так себе подобрал, потому что сам канал стал продолжением проекта Funny Mushroom School и должен нести в себе такой организационный характер, помогать другим грибоводам в организации своего дела, подобрать необходимые для себя материалы, оборудование. И как это все будет работать, я хочу сделать такой небольшой обзор, чтобы посмотреть, не объяснить, как будет работать сам ресурс. Нужно отметить, что довольно-таки непростая задача, непростое вообще дело вести интернет, такой ресурс, интернет-магазин. Это очень много кропотливого труда, и не только моего, это работа программиста-администратора, множество маленьких деталей, которые нужно все доработать, чтобы все работало правильно, выглядело хорошо как на компьютерах, так и на мобильных телефонах. Ну вот, стараемся. К сожалению, ввиду всех разных работ не успел я заполнить еще магазин товарами, но как основными продуктами здесь являются мицелий грибов и пакеты для посадки, то они уже здесь есть, можно зайти и обратить свое внимание на такую продукцию. Очень буду всем благодарен и признателен, кто с пониманием отнесется к этому делу. Надеюсь на вашу поддержку, на подсказки, хорошие советы в плане того, что вам нравится, что вам не нравится, как по дизайну, как по функционалу. Жду ваших сообщений на эту тему. Также, что полезного я придумал на сайте. Значит, начнем вот сверху вниз, пройдемся. Вот первое я придумал — это валюта. Валюта здесь проставлена вот в основных мировых валютах, то есть евро, доллар, гривна, рубль. Значит, так как Funny Mushroom School и непосредственно Funny Mushroom является международным проектом, то было бы очень полезно даже в том плане, если вы находитесь в другой стране, просто зайти на сайт и по тем продуктам, которые здесь представлены, можно взять, провести вот такой как бы ценовой анализ, сравнить цены, например, вашей страны и сравнить непосредственно цены, которые сейчас на данный момент есть на эту продукцию в стране Украина. Пока мы находимся, основной филиал находится только в Украине, то вы можете сравнить относительно цены. Здесь проставлен автоматический конвертер, и вы можете посмотреть цену, например, как сейчас в данном моменте в гривнах, или вам, например, интересно будет, сколько это будет стоить в долларах. Давайте посмотрим. Вот цена на мицелий в долларах. Вот столько в Украине сейчас на данный момент стоит упаковка 5 килограмм мицелия вешенки зерновой. Вот стоит 4 доллара 75 центов. Вот какая отличная такая функция, то есть конвертер по продукции. Второе, что здесь я всеми силами стараюсь сделать, это язык, который будет понятен в других странах. Основными языками, которые являются, это украинский и русский. И это уже довольно такая непростое занятие, заполнять страницы с товарами на двух языках. Уже не говоря о том, что и хотелось бы, чтобы это был еще и английский, конечно. Но опять же таки, это все занимает время. Нужно будет посидеть, поработать. Будет еще английский вариант. Это обязательно для сектора, понимающего английский язык. Но за все остальные я обещать не могу, я плохо владею немецким, французским, и не говоря уже остальных. Возможно, если
будут открыты филиалы в других странах, то уже непосредственно тот, кто будет вести этот раздел, он уже сам будет заниматься тем, что будет делать представление на другом языке. Теперь здесь в шапке, как вы видите, есть ваш личный кабинет. Относительно личного кабинета, это очень полезная опция, подписаться, сделать подписку на канале, то есть зарегистрироваться, потому что в основном все акции и акционные продукты или акционные цены будут представлены только для зарегистрированных пользователей. И эта акция будет длиться очень длительное время по мере адаптации еще магазина, поэтому для тех, кто зарегистрируется непосредственно в магазине, тот для того будут отображаться акционные цены, и можно будет получать дискаунт на товары, на продукцию. Поэтому полезно сделать подписку, она вас здесь ни к чему не обязывает, просто у вас будет возможность пользоваться скидками для зарегистрированных пользователей. Есть функции закладки, также корзины, как обычно, стандартно, и оформление заказов. Может быть, на начальном этапе что-то автоматическое оформление заказов будет прихрамывать, но в дальнейшем с вашей помощью и моими трудами это все будет доработано до какого-то удобной формы. Мы над этим работаем, и уже в процессе каких-то там исправления, может быть, недостатка, мы это все доработаем. Идем дальше. Здесь контактные телефоны, по которых, если есть необходимость, можно всегда связаться и задать необходимые вопросы. И вот такой логотипчик VK About Mushrooms and They About Me, он будет отображать нашу концепцию вообще нашего проекта, нашего видения мира, нашего отношения к своей работе. Это мы заботимся о грибах, грибы заботятся о нас. Это касается всех людей и друзей и партнеров, которые поддерживают наши творческие такие начинания. Теперь дальше, здесь размещены, чуть перескакиваю ниже, тут здесь размещены баннеры, которые будут отображать актуальные новости, возможно, акции, скидки и еще важную какую-то информацию, которую мы в первую очередь сможем видеть на канале. Они вас ориентируют, куда, на что сориентировать ваше внимание, возможно, по продукции. И по основным разделам сейчас на данный момент мы выделили несколько. Это грибоводство, потом виноделие, то, что нам важно и актуально, дача, усадьба, огород, то, что актуально и важно для всех, в основном грибоводов, потому что это люди, которые преимущественно живут в частном секторе, и здесь мы постараемся добавить какие-то интересные также вещи. Пока не будем ничего рассказывать, вот будет такой раздел. Относительно сотрудничества, здесь вопрос тоже открытый. С одной стороны, у нас будут какие-то свои предложения и видение того, как мы видим это сотрудничество. С другой стороны, мы всегда рады такому открытому общению для людей, которым нравится наш проект. Возможно, они хотели бы стать участником или соучастником развития такого проекта в какой-то другой стране, где они проживают. Если им близка эта тема, тем более, что уже все моменты технологии, организации, даже вот интернет-магазина, все отработано. От вас необходимо только непосредственное участие и согласовать, на каких взаимовыгодных условиях это мы все сможем задействовать. В дальнейшем идут еще раздел акции и распродажи, которые можно просмотреть, какие продукты идут по сниженным ценам. В данный момент сейчас идет акция, давайте посмотрим, вот на остатки склада, здесь они вот выделены, вот сейчас мы видим в долларовом эквиваленте, давайте перейдем для валютного диапазона нашей страны, вот сейчас в гривнах, вот вы видите, сейчас предлагается к вашему вниманию распродажа остатков склада мицелия в связи с окончанием сезона 17-18. И как вы видите, акционный мицелий, абсолютно нормальный живой мицелий, но вышел срок его хранения, и в отличие от, можно сказать, наверное, мы как обычно впервые мы идем в авангарде своей отрасли, то есть мы предлагаем
открытую информацию о том, что я вас предупреждаю. Мицелий, которому вышел срок хранения, соответственно, и цена у него занижена, можно сказать, на 40% дешевле. И в зависимости еще, опять же, таки от самих остатков, которые есть, она может быть очень гибко еще подкорректирована, потому что остатки есть разные, разных сроков. И в чем суть, что эта упаковка, допустим, мицелия, она может использоваться, например, на 2 посадки, или на 3 посадки, или на 4 посадки. Сама упаковка разделяется, вы делаете посадку, например, на пеньки, вносите колоссальное количество очень такого хорошо зрелого мицелия, который будет рвать эту древесину в клочья, и на протяжении всего лета вы будете получать грибы еще из этого мицелия, а потом еще осенью они уже начнут расти из древесины. Очень такое вообще абсолютно хорошее предложение, потому что мы не первый год работаем, хорошо знаем свойства своей продукции и практическое его применение, поэтому только такие хорошие, эффективные предложения, чтобы вы имели возможность получить тот результат, который вы желаете, и потом этим результатом делились с другими людьми, отправляли это в соцсети и подтягивали к нам новых еще клиентов. И вот здесь еще осталась очень большая такая часть, которую мы сейчас решаем и размышляем, как ее правильно заполнить. Хотелось бы сделать еще тут какие-то полезные моменты, к примеру, разместить, ну, кухня, рецепты, что-то относительно грибов или еще какие-то вещи. И отдельным планом здесь осталось место для кнопок для людей, компаний, которые имеют отношение к работе непосредственно к грибоводству и имеют желание организовать какие-то свои продажи, то здесь мы можем очень гибко подойти к этому вопросу, сделать какой-то раздел продукции, которая не будет напрямую пересекаться и конкурировать с нашей продукцией. Здесь можно разместить и вашу кнопку, ваш какой-то бренд. Ну, это ждем деловых предложений. Если они у вас возникают, пожалуйста, пишите на почту. Контакты есть вот или здесь, или на Viber, или, ну, в общем, в наше время это все разберетесь. И непосредственно уже по самому грибоводству. Здесь смотрите, вот разделы в самом грибоводстве. Возьмем то, что непосредственно и близко, и важно для нас. Мы выделили основные такие разделы, как, смотрите, как мицелий. Главное наше направление. И уже относительно других продуктов. То есть грибов, грибных блоков, расходных материалов, лаборатория. Видите, сейчас пока нолик стоит, но здесь, опять же, по лаборатории очень большой пробел есть вообще в продукции. Сразу вот секреты такие вот коммерческие открываю. Если задаться вопросом, просто зайдите в интернет, попробуйте найти пробирку со стерильным агар-агаром для того, чтобы дома поэкспериментировать или сделать посадку. На начальных этапах, ну, не нужно вам, например, 1000 пробирок или какой-то большой заказ, а просто буквально необходимо штук 10. И эта задача поставит вас в тупик. То есть самому соорудить это все нужно иметь автоклав, опыт, практически место и все остальное. А всего-навсего вам необходима какая-то пробирка с агаром. А ее купить практически невозможно. Абсолютно невозможно, это одно. Потом для микологических наших работ нам подходит один состав агара, который нам нужен, для всех других какие-то другие составы. И тут возникает, в общем, довольно-таки интересно, на Алиэкспресс разве заказывать? Это не вариант, то есть слать этот агар через из Китая или еще где-то. Ну вот, постараемся этот пробел заполнить у нас. В магазине, то есть предложить лабораторные необходимые материалы, то есть или агар это будет в каких-то небольших количествах, если нужно человеку, или лабораторные пробирки, или готовые уже с агаром. Ну вот понимаете, то есть такое место, поэтому если вам в перспективе интересуетесь темой грибов, то, пожалуйста, добавьте себя пользователи магазина, задавайте вопросы, давайте предложения, какие-то перспективные, может быть, заказы, что вам будет в дальнейшем необходимо, и мы будем понемножку совместно вот работать над полезным таким эффективным продукцией. Что у нас еще здесь есть в грибоводстве? Естественно, оборудование, которое нам будет необходимо для работы, постараемся здесь также заполнить, и
курсы и обучение. Само собой, школа работает, сейчас лето, самое время подготовиться к сезону, поэтому нужно знать в общем и целом, как работает вот эта система, как на нее правильно заходить, что нужно делать, а самое главное, чего не нужно делать, это для того, чтобы сэкономить свои средства, силы и время, что самое главное, это время, можно пройти разного рода курс или обучение с абсолютно разной программой, или это обзорное, или более глубокое изучение. И в общем и целом познакомиться с тем направлением, которое вы в дальнейшем будете иметь дело. И близится сезон заготовки сырья. Или это будет семечка, или это солома. Это все заготовляется летом. Что вы летом заготовите, на том и будете работать. Потом в дальнейшем это купить, можно сказать, что почти невозможно или невыгодно. Поэтому поспешите разобраться в этом вопросе. Для обучения и курсов созданы все условия, есть место для проживания, есть экскурсии. Ну, в общем, программа может быть самой разнообразной, от там, прогулок до рыбалки. Ну, это уже непосредственно с вами мы будем это все дело согласовывать. А с вами был Макс Селлер на канале Funny Mushroom School с видео таким обзором нашего проекта funnymushroom.org. Более детальную информацию и относительно нас, если мы еще не совсем так хорошо знакомы, вот здесь есть уже под самим сайтом информация и вот полезная такая, разные материалы. Насколько хватает времени, энтузиазма, мы стараемся это все заполнять. И до следующих встреч, да, на канале Funny Mushroom School, а также непосредственно на наших курсах, которых так в таком уже более реальном контакте можно будет проходить.